Мы приветствуем каждого, кто сейчас присоединился к нашей программе для того, чтобы получить силу от Бога. 12 сентября 2019 года. Памятный стих у нас – это место из Писания, которое записано в книге Псалмов. Псалом 54, стих 18. Здесь говорится: «Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Мы приветствуем всех, которые сейчас присоединились к нашей программе. Знаете, друзья, мы с вами говорили и цитировали место, записанное в «Свидетельстве для церкви», том 6, страница 61. В этом месте говорится о том, как важно изучать пророчества Писания, которые говорят о том, что будет происходить в конце истории нашей планеты, и следить за тем, как в современных событиях исполняются эти пророчества. Это один из путей, который Бог использует для того, чтобы пробудить Его спящую церковь. Церковь, которая сейчас бездействует. И это один из путей, используемых Богом, чтобы под влиянием вот таких программ пробудить Его спящую церковь. Свидетельство для церкви, том 6, страница 61, здесь говорится: «Наша весть – это весть жизни и смерти, и мы обязаны дать ей возможность проявиться должным образом». И дальше здесь говорится: «Опасности последних дней надвигаются на нас, и наша задача – предупредить людей о бедах, которые им угрожают». Так пусть же торжественные сцены, открываемые пророчеством, не останутся без внимания. Если бы наш народ хотя бы наполовину проснулся, если бы он осознал близость событий, изображенных в Откровении, то в наших церквах уже совершилась бы реформа, и намного больше людей приняли бы весть. Мы не можем терять время. Бог призывает нас искать души, которые должны будут дать отчет. Конец цитаты. И мы с вами сейчас сосредоточим наше внимание на том, о чем говорится в книге Откровения в 13 главе. В особенности на стихах со 2 по 4. Здесь говорится об исцелении смертельной раны папства. И нам с вами известно, что этот процесс исцеления раны относится как к церквам, так и к народам нашей планеты, которые сейчас объединяются вместе с папством. Недавно в интернет-издании «Харизма Ньюс» были опубликованы некоторые заявления по этим вопросам. Эта статья была опубликована 9 сентября 2019 года. В заглавии здесь сказано: «Присоединяйтесь к Кеннету Копленду и Лу Инглу в их молитве за церковь». В статье дальше говорится: «Сегодня существует много конфессий и доктрин, которые создают большое разнообразие в теле Христа. Но тем не менее мы должны быть едиными во Христе». Лютеранский богослов Оскар Кульман сказал: «Единство в церкви – это единство в разнообразии, признание других во всем их многообразии истинными христианами». Обратите внимание, кого он здесь дальше цитирует. Папа Франциск, пишет он, однажды сказал: «Единство, принесенное Духом, может привести в гармонию любое разнообразие. Единство в разнообразии признает вклад других ветвей христианства и гармонично объединяет их в единую симфонию. Это единство в духе, но не в учении». Вы понимаете, друзья, в чем здесь смысл? Они говорят, что это единство в духе, но не в доктринах, не в учении. Итак, на каком же основании происходит это объединение? На основании так называемого духа. Кстати, а что говорится в Евангелии от Иоанна в 4 главе, стихи с 22 по 24? По поводу так называемого объединения в духе. Что это на самом деле не что иное, как спиритизм. В 4 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. И когда придет Он, Дух истины, настоящий Дух единства», что в Евангелии от Иоанна в 16 главе в стихе 13 сказано: «Он наставит нас на всякую истину». Так сказано, друзья. Итак, давайте вернемся к тому, что написано в этой статье. Здесь сказано: «Это единство Духа не основывается на учении или церковном руководстве».
А сейчас я хочу напомнить вам одну цитату из книги «Великая борьба» и показать, как это написанное в книге «Великая борьба» исполняется в этих событиях, о которых мы только что с вами прочитали в этой новостной статье. Итак, книга «Великая борьба», страница 444. В этом месте говорится о том, что объединение церквей между собой и также вместе с папством на основе доктрин, которые они все разделяют, и здесь говорится о том, что они оставят все свои отличительные доктрины для того, чтобы сделать возможным такое объединение. Видим ли мы, что это уже происходит? А сейчас давайте прочтем то, что сказано в книге «Великая борьба» на странице 444. Здесь написано: «Многие считают, что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквах является решающим доказательством того, что невозможно насильственным путем добиться единообразия в учении. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквях существует сильное и всевозрастающее стремление к единству вероучения на основе общих доктринальных положений. Для обеспечения такого единства церквам придется отказаться от обсуждения тех вопросов, в отношении которых нет единства мнений, какими бы важными они не были с библейской точки зрения». Конец цитаты. Именно эти процессы мы с вами сейчас можем наблюдать, и о чем мы прочитали в цитате из этой статьи из Харизма Ньюс. Папа Франциск и так называемые протестанты объединяются, как они говорят, в духе, но не на основании каких-либо доктрин. Друзья, все это говорит нам о том, что мы находимся очень близко к событиям, связанным с начертанием зверя, и к закрытию двери благодати, к событиям, о которых многие из нас столько много знают и столько много слышали. И о чем говорят все эти процессы и тенденции, которые мы сейчас видим? Почему все эти церкви сейчас объединяются вместе под влиянием так называемого духа, оставив в сторону все их доктринальные различия? Все это ведет к тому, что образ зверя будет сформирован и начнет говорить и действовать. И это все приведет к преследованиям народа, который соблюдает заповеди Божьи. Давайте прочтем сейчас одну цитату из книги «Великая борьба» со страницы 445. Здесь говорится следующее. «Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ или подобие римской иерархии. И что за этим последует, друзья? Неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих». Конец цитаты. Кому будет применено наказание? В отношении инакомыслящих. Именно это сейчас и происходит, друзья. И заметьте, мы с вами можем наблюдать исполнение этих пророчеств прямо перед нашими глазами. И помните, как мы с вами говорили о том, что в наши дни нам необходимо обратить внимание на быстрое исполнение библейских пророчеств об исцелении этой смертельной раны. И в самом начале этой программы я поделился с вами информацией о том, как эта рана, которая однажды была нанесена папству, исцелится в наши дни. Папство должно заполучить назад своих дочерей, то есть церкви, которые отложат в сторону все достижения протестантизма и объединятся с папством. Не это ли происходит прямо сейчас? Именно это. И затем папство вернет под свой контроль и все гражданские власти. Почему? Потому как в период времени между 538 годом и 1798 годом раскол возник между церквами. И в результате этого раскола они отделились от папства. И постепенно, шаг за шагом, папство также потеряло поддержку народов, их гражданских лидеров. 47 глава книги пророка Исаии, прочтем стихи с 5 по 8. Здесь говорится о Вавилоне, о буквальном Вавилоне и также о духовном Вавилоне этого последнего времени. А термин «Вавилон» в первую очередь символизирует папство. 47 глава книга пророка Исаии, прочтем 5 стих. Здесь говорится о папстве, о халдеях, о вавилонянах. «Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей.
Помните, Иисус, Он говорит о Себе, что Он Господь неба и земли. Он говорит о Себе «Я есмь» и «Иегова», «Я есмь». Но Папа Римский, подражая этому титулу, называет Себя викарием или заместителем, наместником Христа на этой земле. Исаия 47 глава указывает не только лишь на Люцифера, на сатану, но второе значение этих стихов говорит о папстве. Папа, который объявил себя Богом и который заявляет, что имеет право прощать грехи. В этих стихах папство говорит две вещи. Первое. Не буду сидеть вдовою, я заполучу назад моих мужей. И второе. Я получу обратно моих детей. Слово «дети» приводит нас к тому, о чем говорится в книге Откровения в 17 главе, стихи с 1 по 6. Здесь написано «мать блудницам», а эти церкви – это ее дочери. Не возвращаются ли они сейчас и не объединяются ли они сейчас опять со своей матерью? Именно об этом мы с вами читали в начале, и я верю, друзья, что как это было во время первого пришествия Иисуса, то же самое произойдет и во время второго пришествия Иисуса. Вы помните, как Христос поднялся на гору вместе с Петром, Иоанном и Иаковом и преобразился там перед ними? Петр и остальные после этого сказали: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И как Христос ответил им тогда? Илия уже пришел. И кто был Илией, о котором тогда говорил Иисус, который уже пришел? Иисус говорил им об Иоанне Крестителе. И точно так же сегодня многие из вас смотрят на эти процессы объединения протестантской церкви с папством. Но придет время, и Бог покажет нам, основываясь на пророчествах Библии, что это объединение уже будет свершившимся фактом. Объединение тогда уже полностью завершится, произойдет. Я прочту вам это еще раз. Это объединение сейчас идет полным ходом. Осталось только одно, чтобы этот союз начал официально говорить и действовать и установил начертания зверя. Готов ли я к этим событиям? Давайте вернемся к этой статье и посмотрим доказательства того, что это объединение уже происходит. В этой же статье дальше говорится. В течение второго периода в 10 дней, начиная с 9 сентября, а сегодня 12 сентября, начиная с 9 по 18 сентября, мы будем молиться за народ Божий, они говорят, и за исцеление разъединенного тела Христа, то есть о Его Церкви, как народа Божьего. И мы соберемся вместе и объединимся во Христе. Объединение и возрождение уже началось. Что, друзья, они в этой статье говорят нам, что это объединение между отступившими протестантами, протестантами различных деноминаций и папством уже происходит, оно уже началось. А многие из вас, наверное, сидят, говоря, когда же начнется это объединение? Объединение уже происходит, друзья. Давайте вернемся к статье. Здесь сказано, возрождение единства уже началось. Заметьте, что они здесь вспоминают. В 2014 году, пишут они, когда папа отправил это историческое видео Кеннету Копленду, которое вы можете посмотреть на сайте unitedinchristinternational.com, это адрес веб-сайта, общение папы с Кеннетом Коплендом, пишут они, вызвало целый поток христианских лидеров. Я повторю это еще раз, чтобы вы это услышали. Общение папы с Кеннетом Коплендом вызвало целый поток христианских лидеров, которые тогда отправились в Рим на международные, запомните это слово, на международные встречи примирения. Вы понимаете, что вообще происходит, друзья? Объединение уже происходит. И они пытаются нас убедить в том, что папа проводит эту евангелизацию для того, чтобы привлечь к этому объединению и другие церкви. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, чем мы с вами должны быть сейчас заняты? Разве еще не наступило время для активной евангелизации? И далее в этой статье здесь сказано о том, что протестантские лидеры, лидеры отступивших протестантов, куда они отправились после этого видеообращения Папы Франциска? Они сразу же отправились в Рим, в Ватикан, для того, чтобы там объединиться с папством. Я хочу задать вам один вопрос. Какое пророчество исполнилось в этот момент? Я вам подскажу ответ. Пророчество, которое показывает нам то, что начертание зверя уже близко.
Послушайте, как об этом говорится в книге «Великая борьба» на странице 588. Здесь говорится: «Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму, затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти, и под влиянием этого тройственного союза наша страна, то есть Америка, пойдет по пути Рима в попрании свободы совести». Конец цитаты. И мы говорили с вами о том, что в пятом томе «Свидетельств для церкви» на странице 451 говорится, что этот тройственный союз будет сформирован, тогда произойдет отказ от каждого принципа нашей Конституции и будет установлен закон о воскресном дне. Тогда мы будем знать, что близок конец. Это объединение уже происходит прямо перед нашими глазами. В этой статье они говорят о видеообращении Папы от 2014 года, а сейчас 2019 год. И они говорят, что объединение началось в 2014 году. А многие из членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня ожидают это объединение и ошибочно думают, что оно произойдет когда-то там в будущем. Но это объединение уже началось в 2014 году. Это уже события прошлого, друзья. Позвольте я подчеркну вот что. Помните, друзья, когда Христос был распят, как много людей, живших во время первого пришествия Христа, были тогда удивлены и потрясены, видя, как церковь и государство того времени, объединившись, послали Христа умирать на кресте. А теперь я задам вам вопрос. Когда Христос был приговорен к смерти, разве в тот момент, когда Он был на кресте, или же это произошло перед этими событиями? Перед этим Христос был приговорен к смерти ночью, когда было темно, на ночном совете Синедриона, в ночь перед распятием. Прочтите Евангелие от Иоанна 11 главу, стихи с 46 по 53. Прочтите это место. Он уже тогда был приговорен к смерти. Церковь, государство и предатель – эти три элемента действовали вместе. Церковь, государство и предатель Иуда. В этот момент они объединились для того, чтобы вынести Христу смертный приговор. И потому в пятницу утром и после обеда, когда Христос был на кресте, в это время открылось то, что до этого было сделано во тьме. Тайна в течение этого тайного совещания между церковью и государством. Евангелие от Луки, 23 глава, стих 12. Ирод и Пилат уже объединились. Вы понимаете это, друзья? Итак, когда будет установлен закон о воскресном дне, в этот момент многие люди будут удивлены и потрясены. Многие из них будут пребывать в совершенном неведении о том, что происходит, не понимая, что объединение церкви и государства уже произошло. Подобно тому, как объединение отступившего протестантизма и папства уже открыто происходит. Проснитесь, друзья. Эти события уже происходят. Заметьте следующее. Давайте послушаем короткое видео. Мы с вами уже видели это еще в 2016 году. Я включу сейчас для вас это видео. Это видео тогда называлось «Это день в истории. Обратный отсчет времени до смерти протестантизма». Мы сделали тогда это видео. Я покажу вам сейчас короткий отрывок из этого видео. Лютеране, католики, евангелисты все вместе объявили, что реформация окончена. И больше нет необходимости для протеста. И, следственно, протестантизм мертв. И реформация закончилась. Журнал «Католический вестник» сообщает следующее. В офисе Франциска уже существует документ, который может изменить ход истории христианства. Он объявляет о завершении противостояния между католиками и евангелистами и говорит, что обе эти деноминации теперь объединены в своей миссии, потому что мы проповедуем то же самое Евангелие. Святой Отец уже планирует подписание этого документа в 2017 году, в 500-ю годовщину реформации.
наряду с евангельскими лидерами, которые представляют примерно 1/4 всех христиан в современном мире. Франциск убежден, что реформация уже окончена. По его мнению, она закончилась еще в 1999 году, когда католическая церковь и Всемирная лютеранская федерация опубликовали совместную декларацию об оправдании, в основе которой лежал протест Лютера. Когда Франциск хотел достичь единства с евангелическими церквами, он позвонил своему старому другу Тони Палмеру. И во время неторопливой встречи в Ватикане Палмер записал видеообращение понтифика на его айфоне. Палмер взял этот фильм на конференцию служителей, которая проходила в Техасе и была организована проповедником Евангелия процветания Кеннетом Копландом. Палмер отснял этот ролик для того, чтобы представить, как полагают, одно из великих христианских обращений 21 века. Братья и сестры, протест Лютера окончился. Если нет больше протеста, как же тогда может существовать протестантская церковь? Он сказал это громко удивленной аудитории и объявил, что он говорил с ними в духе Илии, который подготовил путь для кого-то большего, чем он сам. Франциск затем провозгласил, что чудо единства уже началось. Кроме того, 31 октября 2016 года станет еще одним шагом к достижению полного единства между католицизмом и другими евангельскими деноминациями, включая лютеран. Моя точка зрения такова, что когда будет принят закон о воскресном дне, в этот момент будет публично открыто то, что происходило в течение многих лет до этого. Вот почему в свидетельстве для церкви, том 5, страница 452, сказано: «Движение за соблюдение воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь во тьме». Лидеры, кто друзья? Лидеры. Руководители скрывают истинную суть проблемы, и многие участвующие в этом движении сами не понимают, куда несет их подводное течение. Это движение исповедует мягкие и на первый взгляд христианские принципы, но когда оно заговорит, то проявит настоящий дух дракона. Еще одно место, это 5-й том свидетельств для церкви, страница 546, здесь сказано: «До сих пор наш народ считали слишком ничтожным, чтобы обращать на него внимание, но вскоре это положение изменится. В настоящее время в христианском мире происходят такие события, которые обязательно выделят народ, соблюдающий заповеди. Начинаются движения, суть которых в том, чтобы поработить совесть людей, желающих остаться верными Богу». А теперь давайте уделим внимание вопросу о том, как нам нужно приготовиться к этим событиям. В этой же самой новостной статье автор этой статьи говорит: «Но прежде чем прочитать то, что говорит автор, я хочу отметить, что когда папство объединится с протестантскими церквами, это произойдет не просто ради проявления солидарности, но во всем этом объединении существуют скрытые намерения. Но они скрывают свои истинные цели. Они сейчас скрывают истинную причину их объединения. Но я хочу напомнить вам, что пророчества Библии подобны светильнику, сияющему в темном месте. Об этом сказано во втором послании Петра, в первой главе, стих 19. Библия и труды духа пророчества объясняют нам, каковы истинные причины этого объединения, отступившего протестантизма и папства. В этой статье дальше говорится: «Также существует сильное движение к объединению среди американских церковных лидеров. Однако это движение к объединению еще не достигло многих наших городов и поместных церквей». Итак, обратите внимание, они здесь в этой статье говорят нам о том, что лидеры католической и протестантских церквей уже объединились. А каким же будет следующий шаг? Это ложное объединение должно теперь распространиться на поместные церкви. Автор этой статьи, продолжая, говорит: «Молитва Иисуса в Евангелии от Иоанна, 17 главе, не только о единстве. Эта молитва не просто о единстве, а для того, чтобы достичь определенной цели. Вы видите, они объединяются для определенной цели. Я объясню вам, каковы их настоящие цели на основании Библии и трудов Духа Пророчества. Я хочу отметить, что в той же самой статье
Библии говорится, что они призывают провести в Техасе конференцию под названием «Карос» с 3 по 5 октября 2019 года. Каковы же настоящие цели этого движения? Вот, посмотрите, друзья, это цитата из книги «Великая борьба», страница 581. Здесь написано: «Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности. И если протестантский мир не обратит внимания на эти предостережения, то вскоре узнает, каковы истинные намерения Римской Церкви. Но будет уже слишком поздно для того, чтобы вырваться из этой ловушки». Католическая церковь незаметно и молча набирает силу, ее власть ощущается где? В законодательных собраниях, в конгрессе, в церквах, то есть и в церкви, и в государстве, и в сердцах людей. Не вызывая никаких подозрений, незаметно католическая церковь упрочивает свои позиции, чтобы нанести окончательный удар, когда настанет решительный час борьбы. Все, что ей нужно, это выгодная позиция. И можно сказать, что она уже ее заняла. Мы вскоре увидим и поймем, в чем состоят намерения и цели римско-католической иерархии. Верующего же в Слово Божье и повинующегося ему ожидают жестокие поношения и гонения. Конец цитаты. И они открыто говорят, что они объединяются для достижения определенной цели. И какова же их цель на основании Библии и трудов Духа Пророчества? Верующего же в Слово Божье ожидают жестокие поношения и гонения. Вы видите, насколько мы близки ко всем этим событиям? Давайте вернемся к этой статье. И в конце прочтем последнее предложение из этой статьи. Здесь написано: «Тело Христово должно быть исцелено для того, чтобы выполнить свою работу для Христа». Конец цитаты. Друзья, исцеление происходит через объединение с папством. А какое исцеление должно происходить в нашей среде, как народа Божьего? Я хочу задать этот вопрос вам, те, которые смотрят нас онлайн. Какое исцеление должно происходить в нашей среде? Мы также должны примириться друг с другом в духе и истине. Пусть благословит вас в этом Господь. Маранафа. Аминь. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю Вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас, поскольку сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет. Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет.